Привет всем! Опять или снова на канале Татьяны. И сегодня я хочу показать и рассказать, как приготовить печень очень вкусно. Вот у меня печень, говядина. А вот, или телятина. Что она такая светленькая, то есть, возможно, и телячья. А, в общем, я купила 0,5 килограмма. Что мы делаем? Берем печень, режем на кусочки, какие нам нравятся. Или вот такие, кто любит, либо длинненькие, либо маленькие. А вот. Еще нам понадобится соль, вот просто соль, и лук. Лук мы нарезаем кольцами. Ну, как бы сказать, полукольцами. Перец. Перец болгарский. Вот такой вот красненький, я его уже помыла. И также порезать, если вы режете полосочками печень, и лучок также порезать и перец полосочками. А вот. Дальше мы нашу печень положим на сковородочку. Итак, вот мы положили печень на сковородочку и обжариваем ее до готовности. Начинающей готовности, до полуготовности. Как только печень полуготовая, мы забрасываем сюда лучок и тушим дальше. Положили вот лучок, перемешали, и сейчас накроем крышкой для того, чтобы оно немножко потушилось. Я вот вижу, что, кстати, нам еще масло растительное понадобится. Это то, на чем мы готовим печень. И сейчас я накрою хорошенько. Опустим лук вниз, печень наверх, чтобы лучок протушился и пропитался запахом печени. Вот так. И накроем крышечкой. Наблюдаем за печенью. Нам лучок нужен, чтобы он немножко притушился. Вот, не надо ждать, чтобы он там какой-то румяный был, чтобы немного просто притушился. В этот момент мы посолим. Не забываем посолить. Я чуть не забыла, кстати. А вот, посолим немножко. Я солю по вкусу. Надеюсь, что не пересолила. Хорошо, опять перемешаем. Накроем на 1-2 минуты буквально и уже добавим сладкий перец болгарский, салатный. Ну, кто как говорит. И наше блюдо будет очень-очень вкусным. Я очень люблю и вам рекомендую печень с перцем, очень болгарским, именно салатным, очень вкусным. И вот смотрим. Какой красивый у нас такой румяный лук получается. Не румяный, такой желтоватый слегка. То есть видно, что он уже как бы полуготовый, да? Вот и отличненько. И теперь мы добавим сюда перчик, который уже подготовленный, нарезанный. Добавили перчик также хорошенько. Перемешаем. Вот, чтобы перчик был вместе с печенью. Оно тогда пропитается, печень пропитается запахом и вкусом перца. Это будет очень ароматное, нежное и очень вкусное блюдо. Ну, вот еще буквально парочку минут ждем. Итак, смотрим, что у нас получилось. А вот, смотрите, такой перчик, лучок совсем вот притушился, такой хороший, мягенький. Перчик практически уже готов. Вкус у перца получается, как, грубо говоря, ну не грубо, мягко, как на мангале. Наше блюдо готово, то есть печень уже полностью прожарилась, готовая. Время приготовления где-то минут 15. А то и меньше, я вам скажу. Перчик, вот степень готовности. Кто как любит. Кто любит потверже, можно оставить вот так, как сейчас. Кто любит помягче, то немножечко еще подождать. Буквально минуты 2.
Перец, как и лук, очень быстро тушится также. Печень у меня уже готовая. И блюдо готовое. Можно его подавать в горячем, в холодном виде. Оно также будет. А вот, по желанию, у меня вот в холодильнике завалялась случайно сметана. Ну, чтобы она не пропадала, я добавлю в это блюдо. Я буду добавлять сметану, как вот и красный салатный перец, во все как бы блюда, какие, ну, если это совместимо. Еще люблю сметану также добавлять, когда готовить голубцы в кольце. Я немножечко добавлю сметанки, перемешаю. И наше блюдо полностью готово, можно выключать и кушать. Вот наша печень. Мы ее выложили в тарелочку. Вот она такая. Вот из нее еще пар даже идет. Красненький перчик красивый. Лучок. Выложила на салатик. Украсила, как говорится, что было в холодильнике, чем было. И желаю вам всем приятного аппетита. Готовьте с Татьяной. Готовьте вкусно, быстро. Я готовлю все всегда из свежих, натуральных продуктов. И вам также это рекомендую. Понравился вам рецептик, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и заходите почаще в гости. Всем пока, до новых встреч!